здесь, получается, 4 казармы пока, ну, на первое время 4 казармы полипшенного типа натовского, по 4 человека в кубрике. И не так, как раньше, там огромная казарма, 2 кубрика, и там по 60 человек. Здесь по 4 человека. То есть санузел отдельный, отдельная душевая на каждые 4 человека, на каждую комнату. Двухэтажная казарма. Чуть дальше будет еще в проекте 2 5-этажных дома, дома офицеров. Ну, плюс для боевой техники здесь порядка 50 единиц должно стоять. Ангары будут, спортплощадка порядка где-то на 1500 человек. То есть рассчитывается. Снабжение осуществляется в полном там, объеме. Задержек особых нет. Работы контролируются руководством. Мы каждый день отчитываемся. Каждый день у нас это, ну, заказы, заявки, которые необходимы строительные это, ну, материалы, они подвозятся, осуществляется каждый день заказ. Это все контролируется. С этим вопросом нет. 10 июня началось, а сроки сдачи именно в самих казарм, вот эти полипшенного планования, в январь месяц. Постоянно, каждые 2 недели здесь приезжает комиссия, смотрит. Пока все всех устраивает.